Calvary ir tā dziesma, tā veca spirituāla dziesma, kurā runā pavisam par Jēzu un par ticību Jēzim. Un kā viņš nomierā un kur viņš nomierā. Un arī par to ticību, ka, nu, ka nākotnē iecēr cerība vispār. Pirms Martin Luther King Jr.'s Mani sapnis vai I have a dream runas. Un tā dziesma bija ļoti nozīmīga, jo tā dziesma bija rakstīja pēc nesien pēc pilsoņu kāra Amerikā. Protams, bija bijušais vērks, kurš rakstīja to dziesmu. Vispirms cilvēki, kuri nav afroamerikāņi vai vismaz nav piezīme Amerikā, domā, ka tā dziesma ir drīzāk par brīvību. Un tā dziesma nav par brīvību, bet par, nu, aizstāšanu.
ka cilvēks negrib iet apakaļ uz to, kurš bija pirms tā. Tā brīvība bija tikai, ka viņi vēl joprojām, viņi vairs nebija vērgi. Tā bija tā brīvība. Es domāju, ka mēs pašreiz dzīvojam grūtos laikos, gan pasaulē, gan Latvijā. Bet kā es mēģināju turēties ir kopā ar savu ģimeni. Tagad mums nav tikai meita, bet mums arī ir dēls. Un tas dēls man nu, kā atgādināja, ka man vajadzēs būt formā vienmēr. Meita vēl joprojām nu, atgādināja man, ka man vajag būt formā, bet Ērikam ir tikai gads un dažas dienas vec. Aņa, dod man smirdzi. Jā, man jābūt formā. Un tas nozīmē, ka man vajag kaut kāda veida vienmēr dabūt spēku par dienu. Tas spēks ir gan fiziski, gan, nu, teiksim, gārīgi. Par gāru es nerunāju par baznīcu vai par reliģiju, bet par ticību. Es domāju, ka ticība ir vēl svarīgāka nekā baznīca vai reliģija. Ticība cilvēkiem, nu, tuvākiem cilvēkiem, draugiem, tā tālāk. Protams, ģimenei. Vēl joprojām ir mūzika, vēl joprojām ir koris. Ticību cilvēkiem vispār, ka viņi var un viņi varēs. Tieši, ko es minēju, agrā. Mēs visi dzīvojam grūtos laikos, bet es domāju, ka ar ticību mēs varam kopā tikties cauri. Это то место, которое снилось мне всю жизнь тогда, когда я уходил на несколько лет из дома, уезжал из Латвии, учеба, армия. Всегда мысленно возвращался сюда, на этот берег. Пожалуй, это самое красивое место в окрестностях Красновы. Старое его название Рум. Когда еще не было гидроэлектростанции на реке, в этом месте сплавляли лес и вывозили его на этот крутой берег и складывали в штабеля. Почему-то по-местному они назывались румы, и название так и осталось. Рум. Куда пойдем на Рум?
где будем рыбачить, на Руму. Ну, а я здесь бываю в каждом году, ну, раз по 20-то точно. Иногда с удочкой, иногда со спиннингом. Иногда просто, когда болит душа, приезжаю вечерком один, посижу, посмотрю на воду, становится легче. И очень много удачных кадров я сделал здесь, потому что это место притяжения рыбаков в весеннее время. Здесь, чтобы занять место, надо прийти на берег часа за два до рассвета. И теперь, хотя это осенняя панорама, но фактически вот такой выглядит Даугава где-то в апреле, в мае. И здесь я сделал очень много удачных кадров и с рыболовами, и на вечернем свете, потому что как раз солнце садится вот как раз в створе реки. Удивительное место, удивительное. От такого места нельзя уйти. Берега, берега, берег этот и тот, между ними река моей жизни, между ними река моей жизни течет, от рождения течет и до тризны, там за быстрой рекой. Течет по судьбе, свое сердце навек я оставил. Свое сердце. Мне повезло прожить весь век на своем берегу. Поэтому и мой последний фильм из цифровых фотографий я так и назвал его «Берега». Берега. Потому что вся Латгалия — это берега, берега озер. Берега Даугавы. У нас более 270 озер, они все почти уже опустошены. А Даугава жива, и рыбы в ней много. Много, несмотря на то, что не раз совершались химические удары по реке на моей памяти, и довольно серьезные. Но река выживает, потому что река быстрая, происходит аэрация, и кислород не позволяет погибать массово рыбе, и река жива. В ней есть и сом, и лещ, и щука, и немного судак. Очень-очень много головля. Есть жерех. Но, на удивление, даугавскую рыбу поймать очень и очень трудно. И чем больше развиваются рыболовные технологии, тем хитрее становится рыба. То в советское время, которое сейчас принято чаще ругать, в Краславе был рыбзавод. Рыбзавод, и в больших масштабах велось зарыбление щуки. И сейчас, когда большинство озер превратились в обиталище сорной рыбы, единственное спасение – это зарыблять наши озера щукой. Почему? Во-первых, корма более чем предостаточно. Во-вторых, щука растет очень быстро. В-третьих, она представляет и спортивный интерес, и это товарная продукция, которая имеет довольно высокую цену на рынке. Сегодня килограмм щуки в наших краях стоит около 2 латов за килограмм. Но, к сожалению, дальше разговоров эта проблема не идет, и в результате мы имеем край голубых озер без рыбы. 36 лет я отработал в газете «Эдзерземе», здесь, на родине, в своем городе, в своем районе. Поэтому вдвойне обидно наблюдать эту эволюцию в кавычках. Ушли в прошлое большие поселки, деревни, народ разошелся, промышленная база разрушена, фермы превратились в развалины, мастерские, зерносклады. Но самое обидное, что и фермерство, в которое многие вначале пустились и надеялись, что будут жить с этого, и фермерство
по сути, не получилось. В каждой волости осталось 2-3 крепких крестьянина, которые можно с натяжкой называть фермерами. А в основном-то люди, хватив горя, побросали свои исконные места и навсегда покинули сельскую местность. А народ здесь очень трудолюбивый. Я имею возможность сравнивать, потому что я учился и служил в армии в России, много путешествовал. Я знаю, что трудолюбие латгальца просто удивительное. Он готов работать за минимальную прибыль ради дела, которое он продолжает просто по сознанию. Он понимает, что надо пахать землю, надо рубить лес, надо продолжать то, что чем занимались его предки на протяжении многих столетий. Но, как мы видим, у государства нет четкой программы аграрной, которая бы заинтересовывала людей, которая бы давала стимул молодежи начинать свое дело на наследственной земле. Обидно то, что власть имущие преуспели только в одном. Они жили все 20 лет по принципу «разделяй и властвуй». Разделили на русских, белорусов, поляков и латышей. А Латгалия – это особый регион. Вот наша газета «Эзерзема», я сегодня уточнил, 2/3 тиража идет на русском языке, 1/3 на латышском. Это данность. Это данность. Здесь всегда было смешение национальностей, и не случайно в гербе Краславы 5 весел. И вместо того, чтобы объединять и сплачивать людей, и действительно придать символу ранней Латвии единый для Латвии, нас умышленно разделяли. И причина кризиса, который мы сейчас переживаем, на мой взгляд, главная причина – это национализм. Людей ориентировали совершенно не в том направлении. Вместо того, чтобы строить, созидать, мы делили людей, делили и получили то, что получили. Я себя считаю очень счастливым человеком. Я реализовал себя, хотя я по профессии лесовод, но сама жизнь меня вывела в журналистику. И мне всегда было очень интересно и работать, потому что мое увлечение, фотография, стало моей профессией. То есть я занимался любимым делом, да еще получал за это зарплату. За это время я приобрел очень-очень много друзей, а с тех пор, как стал писать, и критические статьи у меня есть, и откровенные недруги, но это нормально, это быть человеком публичным, это не только плюсы, но это и минусы. По натуре я оптимист, из тех неисправимых оптимистов, которые и на кладбище вместо крестов видят плюсы, поэтому я верю, что все станет на место, что страна пойдет верным путем, что кризис очень многому научит, и то, что мы научились уже выбирать местную власть, то на следующих выборах мы уже поумнее будем выбирать и наш Сейм, и жить так, чтобы была настоящая гордость за свою страну. У меня два хобби – фотография и рыбалка. И на В первый период жизни во мне боролись две страсти, и очень долго я не мог преодолеть страсть рыболова. Допустим, во время рыбалки я не мог никак дотянуться до камеры, когда всегда она была со мной. Теперь глухая пора, а весной на этом же месте начнутся удивительные дни моей жизни, интересная рыбалка, интересная фотосъемка и, главное, общение с людьми. По моей статистике, каждый третий наш мужчина, как я говорю, родился с удочкой. Рыболовов у нас очень-очень много, но очень мало мастеров, в которые пора перебираться, и мне теперь уже время появилось. Берега, берега, берег этот и тот, между ними река,
моей жизни. Между ними река моей жизни течет, от рождения течет и до тризны. Напиться, ти ж така хороша, дай хоч подивиться. Вода у ставочку, іди дай напийся, я буду в садочку, прийди подивися. Зеленім гаюшку зозуля кувала, ой, ти ж мене, Галю, та й не шанувала. И, между прочим, у меня все сестры пели, и мама пела, и папа пел. Да вообще на Украине все голосисты. У нас это обычай. Хоть какой праздник. Вот собрались, а просто покушать обязательно какую-нибудь песню спою. И вот помню. Вот эту «Несе Галя воду», которую я пела. «Коромисло гнеться, а за неї панко, як барвінна квєця». Это моя любимая песня. Во время войны я была увезена на работу в Германию. Работала я там у хозяев. Доила коров, 12 штук. Когда кончилась война, нас всех, которые назывались мы репатриированные, собрали в один лагерь. И потом переправили, где русские части были. И там я и встретила своего мужа в воинской части. 086-17, полевая почта была. Там мы с ним подружили все, может быть, мы дружили полгода. И потом решили пожениться. Вот поженились, и у нас, мы вот жили год, и у нас родилась дочка за границей. А потом написали мы в Москву письмо, чтобы нас, семейных, отпустили на родину. И нас отпустили на родину сюда, к нему. И мы приехали. Приехали здесь, еще единолично жили. Здесь при нас организовывались колхозы. И меня, когда мы были на совещании, меня выбрали бухгалтером работать в колхозе. Но так как я не была специалист, я побоялась работать. А завскладом мне работа была знакома. И потом меня выбрали завскладом. Раньше, как в деревне, выбирают, не то, что там грамотный, узнали, что немножко грамотный, и выбирают. И я отработала 18 лет завскладом. Потом перешла я на работу поваром в детском садике. 9 лет отработала. А под конец, перед пенсией, 6 лет я отработала заведующая комплексным приемным пунктом. Вот, работа мне очень нравилась. Я хорошо получала, выполняла планы. Вот. И потом я заболела. И меня дочь забрала сюда в Вилик с мужем. Продали мы свой дом, который был в деревне, и приехали сюда, в Вилики. И вот я поэтому в данный момент и живу здесь. Есть у бабушки комод. Она сыр туда кладет. А чтоб достать голландский сыр,
провертели 8 дыр. Ладушки, ладушки, стащили сыру бабушке. А вчера мы с братом Колькой славно позабавились. Разломали телевизор и в кино отправились. А чтоб кино не пропускать, решили денежек достать. Ладушки, ладушки, стащили пенсию у бабушки. Это сопилка. А она слушает, девка. Вот хохол и хохлушка. А это подсолнушки. Это подсолнух, и это подсолнух. И вот они сидят на таком бревне, они играют на сопилке, а она... Есть же песня какая-то, сопилочку играет. Распрягайте, хлопцы конны, та лягайте спочивать, а я піду в сад зелений, в сад криніченьку копать. Маруся, раз, два, три калина чорнявая дівчина в саду ягоди рвала. От эту, от ми пели от эту пісню. Это Іван Царевич. Это свою красавицу ворует. Это тоже украинская. Шапки подобие казаков. Ехал казак на виноньку, сказал: прощай, девчиноньку, прощай, миленька, чорнобленька, еду в чужую сторону. Дай же, дівчино, платочок, може, у бою де загину, темної ночі накриються очі, легше в бою погибать. Поняли? Знов зазулі колой, що ти в лісі, ластівки гніздечко звили в стрісі, а вівчар Женева тарплаєм, тьохнув пісню соловей загадєм. Сьогодні буйно квітне черемшина, мов на шлюб убралася калина. Вівчера в садочку, тихому куточку, жде дівчина, жде. Милые пенсионеры, несмотря на возраст, не теряйте бодрость, несмотря на седину, забывайте старину, будьте ж молоды душой, век вам добрый и большой. Kārtīgs treneris, kas ir, ja? Viņš no sākuma vispār neko nerunā.
Viņi skatās, kā tu darbojies. Tev ir tā patika iekšā, vai nav tā patika? 1, 2, 3, 4! 1, 2, 3, 4! Vēl! 1, 2, 3, 4! Tagad ar labu rociņu sākam 3 sitienus. 1, 2, 3! Malā, či puikas, aiziet! 1, 2, 3! Malā! 1, 2, 3, 4, 5! 1, 2, 3, 4, 5! Ar kuru sākam, ar to beidzam? Tik, tik, malāc! Tik, tik, taisnām rociņām! Iekdu viņu! Esu. Dings! Aha, redzējāt? Nu, kājas vai neturējāt kopā? Visu laiku, lai viņi būtu blīvi. Jā, kustamies, kustamies, kustamies. Un katram cilvēkam ir kaut kas no dabas iekšā. Viņam sanāca sports, maniem bērniem. Viņi ir aizgājuši tik tālu līdz tiem profiem. Ļoti grūti gāja viens pirms. Vēlāk tā sanāca labāk, nu, bija ar to kapeiciņu. Nu, pēc tam es boksējos, kādus trīs cīņus vinēju, un pēc tam tur, tajā zālē, kur es boksējos, tur tāds čempiņš bija. Es aizmirstu, kā viņu vārdiņā saucā. Nu, sanāca tā, kā es viņu pirmā randa tur. Nu, viss. Un tā es šitai publikai ļoti nepatiku. Un tā sanāca. Pēc tam, kā es nu, vairākos cīņus pavadīju, es viņam patiku. Nu, viņi man satika un nu, ļoti labos vārdus runāja. A kāpēc viņš tur negrib iet projām? Tāpēc, ka tur šeit ir viņa ģimene. Mēs... Un viņu bērni, divi dēli un meitiņa maziņa, peciņa. Veseli, jau tagad aizbraukus uz laukiem pie vecās mātes. Visu laiku bija šeit pie vecā tēva, pie vecās mātes. Tagad tur aizgāja ciemos. Tā kā mūs te, mani tevis turē rokās, tā es cenšos savus dēlus turēt daudz maz rociņās. Un nav slikts rezultāts.